С самого утра в Центральном парке собрались десятки шымкентцев разных возрастов. Ежегодная ярмарка вакансий проходит как настоящий праздник. Для некоторых горожан сегодняшний день может стать и впрямь счастливым. Если повезет, получится найти работу мечты. Многие из пришедших на ярмарке вакансий впервые, но есть и те, кто уже не раз пытался найти работу. Мамыржан Мухамеджанов на ярмарку приехал из Ленгера. В поисках постоянной работы 41-летний мужчина уже больше 2 лет. Говорит, что устал перебиваться случайными заработками. Что-то не понравится это. Мало. Бетончики, арматурщик, монтаж. 2 нашел, еще другой нету. Несмотря на неудачу, Мамыржан все же надеется получить работу. И пусть даже не по специальности, говорит мужчина. Не повезло сегодня и 65-летней Дине Альжановой. Пенсионерка не один год ищет работу для своего внука. Инвалид детства, программист по образованию, уже опустил руки, признается женщина. И не согласился идти на очередную ярмарку вакансий. Работы нет. Он по специальности программист. Я вот не обязательно, что он был программистом там или оператором, или кем-нибудь. Мне все равно, какая бы ни была работа. Инвалид, а что ж, никто не берет, понимай. К слову, вакансий на рынке труда, как уверяют работники Центра занятости, сегодня было предостаточно. Для шымкентцев 113 предприятий открыли 2006 рабочих мест. Востребованы по-прежнему медицинские и технические специалисты. На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области уровень безработицы состоит 5,2%. Это значит, что 5,2% от общего населения из числа трудоспособных людей находятся безработными. Сельхозников, агрономов, зоотехников, а также и медиков. Как вам известно, хороших специалистов по медицинскому образованию врачей и самим не хватает сейчас. На этой ярмарке вакансий у шымкентцев появилась возможность найти работу и в других областях Казахстана. Более 200 вакансий было открыто на переселение в Восточный и Северный Казахстан, Павлодар и Кустанай. Они, к слову, и пользовались большей популярностью у безработных. Не то, что они приехали и на улице осталось. Нет. Когда мы с ним им звоним, уже мы конкретно говорим, приезжайте, у нас такая уже квартира готова, и они переселяют. Нет, они не останутся на улице. Это у нас в первую очередь стоит жилье. Люди подходят, мы не будем, вы этот пожилой возраст, вы молодые, нет. Вот подходят, вот, которые закончили. Вот нам нужны, скажем, вот, учителя. После университета подходят, мы записываем, мы их будем принимать. Организаторы уверяют, работа в регионах найдется всем. Шымкентцев трудоустраивают и помогают жильем. В прошлом году в Северный Казахстан уже отправили 50 семей. Еще 20 переехали в Восточный. 22 семьи по программе переселения отправились в Северо-Казахстанскую область уже сегодня. Еще 800 ждут своей очереди на переселение. Ксения Поленица, Николай Иванов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар».